Страны Евросоюза обсуждают создание новой структуры командования небоевыми операциями. Она возьмет на себя часть функций, которые сейчас выполняет миссия ЕС в Сомали, Центральной Африканской Республике и Мали. Предполагается, что орган возглавит нынешние командующие военным штабом Европейского Союза. Начало работы запланировано на ближайшие месяцы. Между тем, в Париже проходит встреча лидеров Франции, Германии, Италии и Испании. Они обмениваются мнениями по будущему ЕС на фоне Брексита, роста национализма и политики Дональда Трампа. Эти же проблемы будут обсуждаться на более широком саммите ЕС 25 марта. Встречу посвятят 60-й годовщине подписания Римского договора, который заложил основы формирования блока. По мнению ряда экспертов, саммит будет носить формальный характер, а его участникам не удастся согласовать позиции по вопросам дальнейшего развития Евросоюза. Политологи отмечают, что для выработки единой стратегии страны ЕС предпочтут дождаться результатов выборов во Франции и в Германии.